Ты так же тоже не хочешь ноги свесить, как Мишка? Нет, я просто про то, что видишь, как он сидит. Да? Низкая скамеечка, да? Так я говорю, низко сидишь. Надо этот самый твердый элемент был взять в этом, в туалете. Где там он там спрятан? Толстый такой, белый. Мягкий элемент этого. Лёхи ему очень нужен. Вот кто меня долбанул-то. Вот мы ее и взяли. Молодцы. Раньше здесь дерево стояло, смотри, его сломало. Здесь под ним всегда стоял щук. И здесь не под чем стоять. Только за камнем. Года как хочет, так и меняется. А поближе подойти или что? Дерево или дерево. Играет, да? На волне-то. Что идет? Никто не оценил. Ну-ка еще раз правее чутка. О, купеном. Нет никто голодных. Ну, она.
Удувает? Поджига? Да. Чихнуть, надо его немножко сушить. А куда пустить надо? Мы сюда? Чтобы пообедать сели, вот это вот на нас идет сейчас. Как накроет, мама не горюй. Но нас ничего не может испугать, потому что мы накачали мужикам лодку. Потому что мы не помыли вчера. Накачали в лодку водку. Так точно. После каши так что там? Короче, дай что-нибудь. Что ты записывай? Я шурку убрал. Вот они сидят. Видно? Не видно. Видно? Не видно. Забинок, да? Зазит на миг, зазит на миг них. Зазит на миг, зазит на миг них. Бегающие Марисы это лодки сидят. О! Кипит наш разум. Просвещенный. Ты не будешь выбрасывать? Сначала это самое. Суп на реке. Шикандос. Суп из двух банок. Не то, что вы подумали. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой. Грустей с тобой, судьба моя, и праздновать с тобой. Та-та-та-та. Ютуб забанит этот у меня видос. Слушай, и это все о тебе. Мы нормальные. Мы просто чуть-чуть отдыхаем. Коробочку, да, положу? Виталик машет ложкой. Я голосую за сытую жизнь. Мы попали под дождик. Бульбулятор. Думаю, мало ли кого завлеку.
Сталина. Кастане. Разворот ты косогор. Вчерашняя. Ну и чего вы разворачиваетесь-то неправильно? А как мне еще-то ее? А что, Миша-то, блин, мог бы развернуться? Я понимаю, что ты, Миша. Куда? Я ну все, виноват. Туда кидал, туда и кидал. Туда кидал. Это хорошо, как мог бы сейчас это вытянуть. Ничего. Она промахнулась, вывернулась. По новой. Курим, спасибо. Как ты себя представляешь? Пока не знаю. Так, тоже мешает. Раз, два, три. Задом наперед еду в огород. Году все правильно. Поменять у меня глубоко идет, поэтому сейчас постоим, поменяем. Где у меня подсек-то? Да. Это хайлус. Ай, щучка. Ну ладно. Не зря здесь встали. Не понравилось. Тут вон какая трава. О, Виталик вернулся.
машине отдыхаю. Вот это камень. Не хочешь поймать здесь щуку? Надо поймать. Камушки сижу. О. Жопой камушек лежал. Я через бревно перепрыгну. Дали мы какую волну подняли, да? Корабль-то большой, суровый. О, суровый называется? Суровый. А у вас как называется? Рыбачий. Как? Рыбачий. Рыбачий? Шариков, что тут у нас дырка в земле. А вот он где, маленький-то такой. У него на падение кровавого лидера. Его надо так дергать. У меня такой такой крупный. Вот этот тот испугался. Ну, сильно натуральный. Я говорю, вас спросили, вам на каменку плеснуть? Только нам? Я всем сказал. Все, давайте, всем, так всем, конечно. Вот я пересказал то, что сказал я, говорю, вам на каменку плеснуть, я тогда плеснуть. Ну, вот ты там, блин, заслушался своего Сайца. Юрку. Замечай. Сайца. А, да. Такой дикий зверь.
Да ну блин. Если бы она, если она здесь есть, так она должна уже была попасться. Видимо, что-то у нее с головой. Не хочет она пока ловиться. Пост. 1 июня. День защиты. Да. Вот она всех малышей нам исполняет. Типа, ребята, ходите. Детей ловите. С набрёнышком наткнёмся. И тихонько обойдем. Не сиси, не сиси. Ты сиси, сиси, сиси. Лучше покажи, где рыба. Где наш еще? Вот он заработал горячий чай. Отцепилась, нет? Почти 180 грамм. Мишаня, целуй, Мишаня. Я тебя поцеловал, себе эту не упустил. Начинается, вот вечно какие-то у вас эти самые... Где она, где она? Жопа придави край. Условия. Попа играть придави. А? Вот, жопа, я не понимаю, это как грубо просто. Блин, подлодка ушла прямо. Снимает? Вот видишь, привет тебе.
как русалки. Русалки. Ну блин, ну не надо заниматься этой фигней. Посиди. Тут педики, блядь. Гамы всякие, блядь. Надо придумать какой-то какого-то воблера поставить. За этим пшичкой бегает, но не я. Смотрел за твоим. Атакует, но не берет. Тут что-то есть. Оп! Сука. Несколько раз уже. Все, ругаемся. Я просто уже вообще не ожидал, остановился. Короче, здесь живет какая-то непонятная. Была? Была. Вон сейчас только что присканул. И мне, и ему, блин, но повторялось. Уковалась же, Андрюха! Уковалась же! Что значит классная наводка? Она промахнулась. Я ее это, смотри, у меня крючками. Пиу, пиу. Она промазала. Я ее двумя крючками. А, в этом плане, ну нормально, ладно. Ну да. Давай, тут сейчас будет нас крутить, я как раз остановимся. Все цунами отработанная руба. Просто стоим, видишь? Просто стоим и все. Это мы, ты поймал, да, а Вовка потом, блядь, захерачил туда. Так, я думал туда пристать. Ты немножко мне галс пере. А мы так стоим? Нет, я вас тут крутит, блядь. Ну давай, все, добро. Попой нажми на край. Отканулись. Тут громовки ловят. О, бля, как баркнулись, ладно. Возьми сегодня. Точно. Я хочу, говорит, ох, ну ладно. Чтобы, ох. Ну, что ты хотел достать? Я не помню ничего. У тебя палка торчит. Я знаю. Вот мы на Тенького. Крутимся, вертимся. Я тебе говорю, тебе показалось, что она туда запуталась. Ложно. И ты мотанул. Мотанул, да. А не надо было. Поплавок хороший. Не могем, а могем. Тихо. Даня небольшая. Да, я вижу.
Тихо, 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 тихо. Подними немножко повыше. Подними, не бойся, подними. Сейчас она просто уходит. Подними ее. Все, опять ты меня обловил. Да, вот так. Опять я на веслах сижу. Грущу, да, не дошел. Включили запись. Ушла. Под запись ушла большая. А у Виталика ушла. Да. Она гонит. Не, она не успела просто зачеканиться. Пусть они теперь борются с ней. Виталик, ну что ты, блин? Только я записывать начал. Ну, подержал. Если ты подержал в руках, то пришлось бы наливать, а так просто. Виталик, вон туда, в самое лево, вот туда он, где вот выход будет потом. Не ушла, блин. Между там ушла, да? Да нет, вот, блин, ладно, смотри. Вот, оп. Вот сюда. Все равно разное. Вдруг кому-нибудь перепадет. Ну бывает, стоит тут какая-нибудь хромая лошадь. А, ну все, я понял, почему здесь нет ничего. Я видел. Я думал, тут есть закуток. Не крути быстро, тихонько, бум, такими рывочками вперед, ну, самое. Когда там что-то будет, ты сам почувствуешь. Ладно, пошли, нету. Он уже там два раза. Вон там справа будет баночка спокойной воды после спуска быстрого. Ты молодец, протаскиваешь, нормально проводишь. Я спиннинг. Отрабатывает хорошо. Блядь, неловко, блядь. Влево, отпусти. Намотался? Я вижу.
Да, как ни странно. Ну, что-то тут никто не сказался. О, идут. Так, как нам придется извратиться как-то тут. Пройдем над ними, пройдем. Главное, подсаки не тереть. Это звоночек. Может, они поймали что-нибудь? Это усыпь. Мы здесь червей копали. Тут до деревни по прямой километра меньше. Полем было раньше. Поднимаешься наверх, и было поле. Дождик идет, рыбка не клюет. Плохо. Комары кусаются. Рыбачить не давают. Где там, где прыгнул? То ли елец. Это, конечно, прикольно. Она, блин, не так. Ну, я ж тебе говорил. Некогда церемониться. Не могу понять, она там прыгала или не она. Вон там, видишь, что прыгает. Вот тут над верхом, во-во-во. Да вот над ними проходите. Thank you.
спасение. Очередное спасение. Команда спасателей на любовь. У тебя там висит вообще ниже уровня. Я вижу, где он висит. Ты зачем так делаешь? Да я специально. Чтобы что? Чтобы еще больше намотать? Да. Ох, тебя как... Ох, тебя жизнь. Видишь, ты, главное, больше не теплеешь. Спасли. Вот растет наша елочка. Все больше и больше. На берегу косили траву. Сухая елка, высокая сухая елка, это Павловская. Когда-нибудь она упадет. Вот так бы могла бы, наверное, всю зиму кого-то, да, греть. Осталось, что можно справить.
голова в жопу и не выходит. Че, да куда идем ты сейчас? До моста старого. Надо перенести в лодку. Да вышел. Там же не будешь выставлять на виду. Никто не будет оставлять. Отсюда легче их нести, чем. Если мы, конечно, идем за подволочек. Ну пошли, а что, а куда? Пошли. Было такое, что у кого моста буквально последнего брали? Было. Пожалуйста. Ну на-то, блин. Кидай, чё? Не надо отдохнуть. Она не устала. Кидайте его, говорит. Я же говорю, мы вам выводим, блин. Мы вам всем всё покажем. Покажи ещё раз, я это самое. Он поймали вместе с консервной банкой. 1 июня 2023 года закончилась наша рыбалка до Павловской. Вот сейчас мы поднимаемся наверх в деревню Часовинскую. Возвращаемся к себе домой. Топим баньку. Наверное, да? Между прочим, у щукаря был выбор. Отдыхаем. У меня воблеры. Да. Еще он выбрал именно новый воблер. Да, да, да. Здесь стоял дом бабы Анны Давыдовой. Там Веры Давыдовой, там наш дом стоял, там был клуб, там Саладин их дом и так далее. Тут был дом. Тут был дом. Последний, самый новый. Сейчас он раскатан, использован для строительства того дома. Все. Нету ничего. Тут был, да? Кто? Дом Сахаров. Во, вот тут. Вот. Молодец? Да, на углу его объезжали. В этой низине? Почему низине? Ты сейчас увидишь. Вот. А вот низ, кусок, да? Поворачивай, да. Тут монеты, монеты, монеты пошли. Да, там банька. Это лопата. Это дорога под Волочи через Митино. Мимо озера Закарова. Вот. Так. Как сказать точнее-то, дом, наверное, вот так вот и стоял. Вот где-то, да-да-да, закатали. Тут было поле, все заросло. Обещали ушки на крючке. Да, там нас ждет техника, техника. На грани фантастики. Нет, что-то не то. Да газу-то можно ожидать, блядь? Господи, ты. Конечно. Парадокс. Фу, перекачал. Какой коробок? Все, давай, поехали. Покажи нам первый гриб сезона. Вот он красноголовик. Мы его сегодня куда-то. Ну это твой палец. Это мой гриб. Андрюха, что ты можешь сказать по этому поводу? Ремень слетает, хреново. Значит, такое предложение. Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим.